Привет всем! В прошлый раз я обещала вам выпуск погорячее, и настало время выполнить обещание. О том, что речь пойдет о Лине, догадаться было легко. Тем более разделять двух сестер каким-то другим персонажем было бы настоящим преступлением. И чтобы не нарушать закон, сегодня вы услышите историю героини, которая поджигает не только мужские сердца, а и по возможности своих противников. Думаете, рассказывать после предыдущего выпуска почти нечего? Вы глубоко заблуждаетесь. Биография Лины окутана множеством интересных фактов, не связанных с ее сестрой. Но без ЦМ-ки эта история все равно будет неполноценной. Приступим. Лина была особенной еще с самого своего рождения. Оказалось, что она из тех, кого еще называют одаренными поцелуем дракона. Такие герои рождаются один раз на много тысячелетий. Целые цивилизации вымирают, а горы превращаются в прах за этот промежуток времени. Их можно даже назвать такими себе драконорожденными во вселенной Доты. Одной из них стала девочка, которой судилось обуздать могучую силу огня. Ее родители наверняка понимали, с чем они столкнулись, но все равно решились на еще одно пополнение в семье. Вторую дочь они назвали Рилай. Так бывает, что при рождении еще одного ребенка все внимание родителей переключается на младенца. И если Лину действительно обделили вниманием, то понятно, почему она враждебно настроена к своей сестре. Когда девочки начали проявлять склонности к магии разной стихии, все стало еще хуже. В округе знали о сестрах, которые не давали покоя своим родителям и их разрушительной силе. У Лины, как у старшей сестры, всегда было преимущество. Она начала изучать свои способности раньше, уравновешивая мощь терпением и умом, но никак не адекватностью. Устав от всех выходок, сестер и родители разделили их. Отправив Лину в теплые края Мизрула, они наверняка ожидали, что вместе с тетей их дочери будет комфортней, да и всяко безопасней. Но не так сложилось, как хотелось. Лина поставила весь Мизрул на уши. Если у Рилай был свой наставник, то про Лину такого не скажешь. Либо в плане магии ей помогла тетушка, либо она самостоятельно научилась контролировать внутреннюю силу. Когда Лина освобождает всю свою огненную мощь, то ее волосы загораются. Но со временем она научилась контролировать даже этот побочный эффект. В краях Мизрула Лина впервые увидела огненных драконов, которые владеют удивительной силой. Лина была не прочь и сама научиться подобным способностям. Мы знаем по крайней мере один ее такой спелл – Dragon Slave. Скорее всего, в процессе экспериментирования крылатым пришлось не очень сладко, ведь позже Лину даже начали называть убийцей или же слэйр. Пользуясь случаем, передаю привет Сёме. Поговаривают, что во время путешествия на более жаркий восток сама богиня солнца благословила Лину, подарив ей необычный подарок. Выглядит так себе, но дареному коню, как говорится. Вместе с приспешниками этой богини Лина научилась воспламенять воздух, контролируя силу солнца. А когда воздух вокруг Лины разожжен до очень высокой температуры, то она может жахнуть и молнией, показывая свое мастерство комбинирования стихий. Мне это даже напомнило об одном аниме. Или даже не одном. Назвать Лину покорной девушкой язык не повернется, но однажды она почти вышла замуж. Почему почти? Потому что о женихе Лины ничего не известно. Один из лордов Мизрула пытался обручить своего сына с героиней этого выпуска. В том-то и дело, что пытался. Не думаю, что она все же согласилась на союз. Скажем так, если этого парня не нашли потом сожженным, тогда считайте, что ему повезло. Пытаясь задобрить Лину, тот же лорд подарил ей шикарное огнеупорное одеяние. На него были истрачены немалые средства. Но покорить сердце женщины, в жилах которой протекает сила огненной стихии, какими-то украшениями явно не получится. Лина также участвовала в войнах, что наверняка дало ей необходимый опыт в будущем. Тем более в битве древних, где она встретила свою сестру. Разделенные на столько лет, они наконец-то встретились. Хотя старые обиды забыть им будет трудно. Это они только подтверждают, обращаясь друг к другу. Лина даже называет Рилай приемной сестрой. You were adopted. Старый подкол, но актуален он даже в мире Доты. Да, характер у Лины далек от идеала. Вроде до безумия ей еще далеко, но Рилай явно не в восторге от того, что ее сестра любит смотреть на горящие тела. You're the only one who thinks human combustion is fun, Lina. Вы же помните, Monkey King просит Сэм познакомить его с ее сестрой. Hey, Рилай, you think you could introduce me to Lina? Когда он оказывается на одной стороне с Линой, то спрашивает ее о рекомендациях Рилай. So, Lina, your sister tell you about me? А после этого идет в лобовую атаку. Hey, Lina, after we win, can I buy you a drink? Я понимаю, что король обезьян – это не сын лорда Мизрула, его просто так не проигнорируешь. Но ответить взаимностью Лина может лишь Клинкзу. Клинкс – a skeleton after my own heart.
Он, в свою очередь, тоже не теряется. Greetings, Lena. Let's burn them down together. Fire is both servant and master. Так как Виверна встретила сперва Рилай, да и по стихии Кристальная Дева ей ближе, то к Лине она обращается соответственно. Lena, we could learn a lot from your sister. Keep your flames under control in my presence. Если Лина умрет от рук Мипа, то услышит, что этому копателю нравятся рыжеволосые девушки. Too bad. I like redheads. Вэйр также не убивает рыжеволосых, но для Лины она может сделать исключение. I'm loath to kill another ginger, but for you I made an exception. Ну и куда же без приставучего котла? У него есть борода, но никто не говорит ему да. Ah, sweet Lena. If I did not carry this light, I would carry a torch for you. Лина знает, что действительно важно для Варлока. Наверное, поэтому она в первую очередь пытается поджечь его книгу заклинаний «Черный гримуар». Was that a cookbook? 'Cause I cooked it. Sorry, I burned your book. В Доте трудно найти персонажей, которые бы были по душе Лине. Зачастую от нее можно услышать лишь унижение. And now your steam. Fat on the fire. And that's how you start a forest fire. Cooked you in your armor. Not even the fires of hell are a match for my flame. А в ответ, как вы понимаете, звучат далеко не песни. I'm not speaking ill of Lena when her ashes are still warm. You call that a flame, Lena? She's an amateur. Lena, how I love to quench your flames. Keep your hot little hands away from me, Lena. Под конец еще несколько отсылок. Начнем с аниме. Одна из отсылок непосредственно касается этого типа японской анимации. Лина, по сути, создана на основе одноименного главного персонажа аниме-сериала «Рубаки» или же «Слэйрс». Они имеют сходство не только в характерах, но даже в названиях заклинаний. Одна из фраз Лины является отсылкой к песне Нила Янга «My, my, hey, hey». Better to burn out than fade away. Курт Кобейн использовал эту же фразу в своей предсмертной записке. Продолжая музыкальную тематику, следует вспомнить и об отсылке к Beatles, а именно к их песне «Helter Skelter». О темной стороне этого выражения я, пожалуй, промолчу. «Helter Swelter». Внесен также чутка христианства выпуск. Во время смерти Лина цитирует Лаврентия Римского, который был сожжен язычниками за свою веру. Во время казни он сказал: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте мое тело». Лина, конечно, не предлагает врагам покушать, но говорит похожую фразу, когда умирает. Turn me over. I'm done. Одна из фраз отсылает к словам популярного американского бейсболиста Йоги Берры. It's not the heat, it's the humiliation. В одном из обращений к Марфу Лина также делает отсылку к Стиму. Это же Valve. Oh, I thought we were Steam friends. Есть также информация, что ранняя модель Лины была спроектирована на основе модели, которая также послужила при создании Инвокера. Теперь понятно, почему у него такие пышные волосы. На этом будем заканчивать. Теперь вы полностью знаете истории двух сестер, которые когда-то, возможно, найдут общий язык. По крайней мере, они уже не дети и прошли долгий жизненный путь. В битве древних без сильной опоры не обойтись, тем более родственников. Но для подобного воссоединения все равно понадобится не один день, всяко больше, чем до нашего следующего выпуска. А к тому времени запомните, лучше соблюдать спокойствие. Подожженный тиммейт фидит в два раза интенсивней. Пока!